Вот, ребята, решил сделать краткий обзорчик рябины, которая приехала к нам из Артемовска еще в 2014 году, когда еще можно было туда ездить. Вот какие плоды. Без полива стоит. Видите, выращиваем вот таким маленьким деревцем. Очень интересное растение. Сорта не знаем, продаем ее как сарбарония. В этом году много сеянцев посеяли, конечно, опыта нет, не знаем, какие детки будут у нее. Но надеюсь, что тоже неплохие. Арония, видите, сохраняет материнские свои качества. Надеюсь, что и это сохранит. Ну, размножаем также еще окулировкой. Ну вот они какие деревца у нас. Тоже без полива, обсыпные. О, ягода. Вкус тоже интересный. Друзья, самогон настаивают на ней. Вот привкус. Есть даже привкус ерги. Вот тоже полива нет, она даже и подсохла. Но тем не менее, урожай отменный. Так что вдруг кому нужны сеянцы, обращайтесь. Смотрите, какая красота.